поверить не могу. А ну повтори. Эй, никто не видел, тут криптограмма не валяется. Друг просил узнать. Интересная тактика. Тибон, это тебе. О, черт. Я по ним скучал. Решишь? Не так быстро. Мне нужно время. Можешь пока еще что-нибудь поискать. У них есть шифр? Поищу. Класс. Копы работают над криптограммой вместе с Праймейт. А полиция, как всегда, только плечами умеет пожимать. Праймейт нас не обойдут. Узнаю, что у них есть. Вряд ли много. Гранатой!
Лени уверена, что это чье-то послание. Чье? Не говорит. Я типа маленькая, не пойму. Брутфорсом, как сейчас. Мы 100 лет будем его расшифровывать. Нам нужен этот дата-центр. Дата-центр? Да, слышал? Нас что, кто-то подслушивает? Нет, не надо! Вы слышали о дата-центре в Сан-Франциско? Я недавно читал о нефтезаводе с новейшей техникой по обработке данных. От Галилея, наверное. Зачем на нефтезаводе суперкомпьютер? Если будет такая вычислительная мощность, я щелкну криптограмму, как сраный орешек! Черт, придется искать другой путь. Так, где точка входа? А, ладно, сам найду. Рэй, ты ощутишь мощь Зевса. Чувствуешь это, Рэй? Да. Красота. Кстати, все готово. Ты решил криптограмму? Мальчики и девочки, мы сделали копов. Тут координаты и сообщения. Иди за мной. У кого-то игривое настроение. Перешли мне. А, сынок, береги себя. Спасибо, пап. Все ок. Это Зодиак? Он вернулся? Не может быть. Я был подростком, когда Зодиак начинал. Если он сейчас жив, то ему лет 70, не меньше. В любом случае, это убийца. И он бросает нам вызов. Что думаешь, Рэй? Так, получил. Маркус, найди ублюдка.
Каково было знать, что Зодиак на свободе? Мне было 10, когда я о нем узнал. Даже в пригороде Нью-Йорка он приходил к нам в кошмарах. Этот парень пугает тебя, Рэй? Нет, сынок, это не Зодиак. Это не он. Вон! Проклятие! Лови, Рэй! Черт! Ну давай же! Компьютер перегревается! Черт! Он спекся! Тогда возьми другой! Не поможет! Оборвалась связь с дата-центром! Так что смысла в этом уже нет! Угадайте,
Кого я нашла в инвайт? Нет. Это Зодиак. Мой друг не хочет рассказывать вам обо мне. Я вышибу ему мозги. От моей руки погибло больше дюжины людей. И я знаю, кто будет следующим. Машина смерти уже готова. Можем отследить его через инвайт? Нужно усилить сигнал. Он засел за кучей прокси и может быть где угодно. Могу чем-то помочь? Я тебя об этом и толкую. Инвайт просто взорвался. Все пытаются вычислить, кто такой Зодиак. Чёртовы диванные конспирологи. Нашел запись, где сенатор клянется, что это не он. Мы найдем его. Найдем ублюдка и... Вот черт! Он выложил новую запись. Это Зодиак. Приглашаю своего друга на следующее убийство. Наверное, возьму бомбу. Взрывы меня бодрят. Мы с другом очень похожи. Оба немного ретро. Да иди ты. Ретро? Это он обо мне? Как он узнал, что это я? Маркус, не ведись. Давай быстро на башню.
Так, думаю, это нам поможет. Все не так просто. Нужно больше одной оси, чтобы охватить весь город. Мне взломать еще одну башню? Я так и сказал. Готово. Нужно время, чтобы обойти прокси. Будь на связи. Маркус, мы нашли его координаты. Он попался. Прикинь, он в Алькатрасе. Алькатрас. Что он там делает? Ждет тебя. Да, я отвезла ее на пляж смотреть запуск ракеты. Ты был прав, это просто идеальное место. Короче, я проставляюсь, отметим. Вот дерьмо. Это Зодиак. Мое последнее слово. Ты нашел меня, друг. Только ты, моя родная душа, помог мне завершить это дело. Все началось, по-моему, и так же и закончится. Я останусь. Черт! Не может быть! Мы так и не узнаем, кто это! Нет, но зато мы его остановили. Она права, Амиго. Все потому, что ты нашел его. Молодец. Кстати, я ему не родная душа. Это вы, ребята, решали криптограмма и все такое. Все в порядке. Расслабься.